О том, что уже сделано и что только предстоит, отчитался действующий депутат городского совета Владимир Суслов. Он встретился с избирателями и рассказал о том, что ему удалось улучшить в городе за годы своего депутатского срока. Благодаря Владимиру Суслову в городском округе решено немало вопросов благоустройства сферы ЖКХ. Ежедневно к нему обращаются десятки жителей. Каждого он старается слушать и слышать. Ведь, как считает Владимир Иванович, никто лучше самих жителей не знает, что необходимо доработать и улучшить. Мне хочется людям что-то сделать хорошее, оставить о себе хорошую память, потому что это мне нужно не для карьеры, не для бизнеса. Хочется оставить о себе добрую память и помочь людям. То есть я стал понимать, как и какие вопросы, с кем и как их можно решать. Владимир Суслов курирует проекты «Городская среда» и «Чистая страна» на муниципальном уровне. Главная задача этих программ – сделать город чистым и развить его инфраструктуру. Людей волнует то, с чем они сталкиваются. Это, естественно, были и детские садики, и школы, и пробки, и расписание автобусов. Ну, все что угодно. Но некоторые просьбы особенно запоминаются. К Владимиру Суслову обратились родители тяжело больного ребенка с просьбой помочь в покупке планшета. Депутат помог с осуществлением мечты ребенка. Он схватился за голову, заплакал. У меня у самого слезы потекли. Настолько было это трогательно от него, настолько он был рад. Ну, для меня это тоже какая-то радость. Ради таких историй, говорит Владимир Суслов, он и баллотировался в депутаты. За активную жизненную позицию горожане избрали его лидером движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Владимир Суслов вместе с коллегами по движению посещает собрания трудовых коллективов крупных предприятий города, на которых неравнодушные химчане предлагают свои инициативы по улучшению облика городского округа. Депутат городского совета баллотируется на следующий срок, чтобы иметь возможность и дальше помогать горожанам. Способствовать позитивным переменам в Химках и сделать жизнь в городе комфортнее и интереснее. Тесно взаимодействуя с жителями, уверен Владимир Суслов, сделать это удастся быстро и эффективно.